С Рождеством Христовым и Новым годом! С радостью поздравляем всех, кто нас сейчас смотрит. По традиции в эти праздничные дни в студии гостелерадиокомпании «Пенза» у камина мы встречаем Высокопреосвященного Серафима, митрополита Пенинского и Нижнеломосского, чтобы подвести некие итоги года и наметить планы на следующий. Здравствуйте, Владыка! Рады вас видеть! С праздником! Добрый день! С праздником! Так я думаю, что не ошибусь, если скажу, что центральным событием ушедшего года для Пенинской епархии была все-таки канонизация блаженного Иоанна Кочетовского. 18 лет не был никто прославлен от Пенинской епархии, поэтому, конечно же, редкое историческое событие. Значит, для вас этот святой особенно дорог, как для выходца из этих мест, и для меня, потому что мой род тоже из соседнего с Кочетовкой села происходит. Скажите, для вас действительно стало сугубой радостью? Да, Евгений, вы правильно сказали, что за прошедшие два десятилетия это первая канонизация святого. И, в общем-то, это связано, как бы, наверное, не столько с Пензенской епархией, сколько с общецерковным положением, потому что вот массовые канонизации после 1988 года, они привели к тому, что фактически к началу 2000-х годов были прославлены все подвижники благочестия. И когда почти 10 лет тому назад мы коснулись того, чтобы прославить великих святых блаженного Иоанна Кочетовского, это вызвало, ну, по крайней мере, небольшое удивление у комиссии по канонизации, потому что, в общем-то, считалось, что все вот такие вот подвижники благочестия, они уже давно прославлены в реке святых. И поэтому нашей комиссии пришлось потрудиться очень серьезно над тем, чтобы обосновать возможность прославления в реке святых. И это стало возможно, когда в нашей церкви появилась возможность канонизации святых вместо чтимом реки. С одной стороны, это немного упростило сам процесс канонизации, с другой стороны, действительно дало возможности нашей епархии вот, прославить этого святого. И я думаю, что это событие является центральным для нашей Пензенской митрополии, потому что оно, в общем-то, открыло многим людям путь к этому святому, а, безусловно, конечно, через этого святого и к самому Христу. Поэтому вот те сотни паломников, которые теперь приезжают в Кочетовку для того, чтобы поклониться честным мощам Иоанна Кочетовского, помолиться в небольшом сельском храме, они, безусловно, конечно, получают особую благодатную поддержку. И сейчас есть уже масса свидетельств о том, что вот именно прославление святого этого подвигло многих людей к новому взгляду на подвижников благочестия, которые прославлены и не прославлены у нас в Пензенском регионе. И я хотел бы сказать, что вот, в общем-то, у нас есть еще работа в этом направлении, и мы как бы надеемся, что это такая первая канонизация за последние два десятилетия, но не последняя. Блаженный Иоанн Кочетовский, как вы уже отметили, канонизирован в местно чтимом почитании. И, в принципе, он стал первым местночтимым святым Пенинской митрополии. А что нужно для того, чтобы почитание его действительно расширялось и стало общецерковным? Даже не столько формально, официально, сколько по факту, чтобы узнали о нем. Вот именно по факту и очень важно, если в различных регионах будут факты того, что будет строить ему храмы, писать иконы, люди будут почитать, тогда, собственно говоря, это и есть общецерковное почитание. На самом деле, сейчас вполне справедливо, что он причислен к лику местно чтимых святых, потому что это наше местное почитание в нашей Пензенской области. Хотя, в общем-то, при канонизации несколько архиереев из соседних областей Мордовии, Саратова, Тамбова свидетельствовали о том, что почитание блаженного Иоанна есть и среди их прихожан. Но вот если это почитание утвердится, если оно станет действительно таким общецерковным, то тогда, безусловно, конечно, и возникнет надобность в том, чтобы этого святого прославить не как местночтимого, а как общецерковного святого. В расширении известности блаженного Иоанна, несомненно, что свою роль должны сыграть и средства массовой информации. По крайней мере, хочется верить, что коллеги тоже помогут в этом. И в связи с этим хотелось вспомнить юбилей, который в 2018 году прошел совершенно незамеченным. 30 лет назад, в июле 88-го, в студии областного телевидения впервые побывал ваш предшественник, преснопамятный Владыка Серафим, в преддверии празднования тысячелетия крещения Руси. И, в принципе, с этой датой можно вести отчет начала сотрудничества Пенинской епархии и регионального телевидения. Вот как оцените
путь, который мы прошли за эти 30 лет, насколько он конструктивен, насколько он взаимополезен? И, во-первых, я хотел бы поблагодарить в вашем лице всех ваших коллег и руководителей наших пензенских телерадиокомпаний, которые дают возможность священнослужителям обращаться с экранов к своей пастве. Действительно, 30 лет – это уже солидная такая дата, и можно подвести какие-то итоги. И, конечно, я должен сказать, что вот в начале этого пути церковь была совсем не готова к такому виду проповеди. Почему? Потому что за прошедшее десятилетие она привыкла к тому, что занимала какую-то свою нишу и далеко за нее не выходила. И поэтому вот владыка Серафим в сотрудничестве уже с ныне покойным Дмитрием Кирилловичем открыли целую вот такую вот большую площадку для новостей, фильмов и различных передач с знакомством жителей Пензенской земли с святынями, с храмами, с жизнью епархии. И, безусловно, конечно, вот, наверное, здесь очень важно вспомнить и ныне здравствующую коллегу Дмитрия Кирилловича Екатерину Андреевну в том, что она действительно, вот, как режиссер местного телевидения тогда, сделала очень много передач о местной церкви. И, собственно говоря, в этом и началось наше сотрудничество. А теперь, наверное, уже, как мне кажется, это сотрудничество, оно стало вполне естественным. И я думаю, что, ну, по крайней мере, для нас, для церкви, это сотрудничество очень плодотворное. Я всегда отмечаю то, что это возможность как архиерея, так и священнослужителя обратиться не просто к церковному амвону, а обратиться к сотням тысяч людей, которые одновременно смотрят нас с телевизионного экрана. И поэтому, конечно, для нас это, ну, новые возможности в общении со своей паствой. И поэтому я благодарен в первую очередь Пензенскому государственному каналу, потому что он действительно 30 лет назад вот в своих стенах впервые увидел пензенского архиерея, который рассказал о прошедших торжествах в Москве и предстоящих торжествах в городе Пензе. И я надеюсь, что наше сотрудничество, оно будет развиваться и расширяться. Спасибо, владыка, за теплые слова. Но если уже заговорили о юбилеях, не могу не сказать о том, что на будущий год, как вы уже неоднократно говорили, весь 2019 должен пройти для нас под знаком 200-летия со дня кончины святителя Иннокентия Пензенского, первого святого Пензенской земли. Уже 4 года как начали готовиться, могу с удовлетворением сказать, что практически готово собрание сочинений. Выходит подробное жизнеописание, которого, конечно, заслуживал давно бы уже, наверное, святитель Иннокентий. Что еще планируется, какие мероприятия на 2019 год? Ну, вы правильно сказали, что это 200-летие представления святителя Иннокентия, но это еще ряд дат. Это 235-летие со дня его рождения, 200-летие со дня его епископской хиротонии, прибытия в город Пензу. И, собственно говоря, мы постараемся все вот эти даты отметить различными мероприятиями, как богослужебного плана, так и вне богослужебного плана. Кроме того, наш святитель, он объединяет сейчас две епархии, или точнее сказать, две митрополии, Пензенскую и Саратовскую. Мы уже имели общение с владыкой Лунгином по поводу того, чтобы и Саратов принял в этом участие. Ну, в каком смысле? То есть какие-то памятные дни приурочить именно в празднование в Саратове. Потому что вот за свое короткое пребывание на Пензенской и Саратовской кафедре владыка Иннокентий не просто много сделал для Пензенской земли, но еще успел побывать и в Саратове. Поэтому саратовцы тоже очень почитают этого святого. И надеюсь, что вот мы выработаем в начале года четкий план в том, как и когда будут торжества в Пензе, а когда будут в Саратове. Естественно, конечно, в Пензе, поскольку здесь пребывает мощь святителя Иннокентия, самым центром торжеств будет 23 октября, день представления. Ну а может быть, какой-то из дней, связанный с памятью святителя Иннокентия, скажем, день его рождения, 235 лет тоже, вот, либо, может быть, день его хиротонии, мы постараемся провести в Саратове. Поэтому планов действительно очень много. Мы впервые за все эти 200 лет
и издаем полное собрание сочинений, хотя до этого выходило два издания, но они не могли претендовать именно на полное собрание сочинений. Это были такие выдержки из его сочинений. Поэтому вот сейчас мы постарались собрать все то, что было связано с именем святителя Иннокентия, с его эпистолярным жанром, с его административной работой, с его работой как преподавателя и ректора Санкт-Петербургской духовной семинарии, наместника монастырей, ну и просто духовного пастыря. И все эти труды, я надеюсь, в течение 2019 года будут изданы. Конечно, мне очень бы хотелось, чтобы за этот год и, может быть, Дню памяти святителя Иннокентия мы могли бы совершить литургию в соборе, в котором он тоже и совершал богослужение, но и приложил очень много усилий к завершению его строительства. Это в Спасском кафедральном соборе. Если Богу будет угодно, то я надеюсь, что если мы будем продвигаться к завершению строительства, то вот как раз перед 23 октября мы мощи святителя Иннокентия сможем перенести на их законное место, где они в течение, можно сказать, 180 лет находились в храме, а потом рядом с площадью уже после разрушения храма в склепе. И надеюсь, что теперь уже вот мощами в раке святитель Иннокентий придет на свое постоянное место жительства в Спасский кафедральный собор. А это тоже такая вот сверхзадача, чтобы начать, по крайней мере, богослужение. Ну а если будет все хорошо, то, может быть, уже и осветить собор. Следующий год – это еще и год 150-летия со дня рождения отца Николая Балаховского, одного из самых выдающихся пензенских пастырей, которого столетия назад называли пензенским Иоанном Кронштадтским. Сейчас тоже собираются материалы для его канонизации в обозримом будущем. Что делать, чтобы это имя тоже к нам в полной мере вернуть? Да, это вот один из тех подвижников благочестия, о которых я упоминал, когда мы говорили о канонизации Иоанна Кочетовского. Мы сейчас вот активно работаем над тем, чтобы собрать все необходимые материалы для канонизации отца Николая Балаховского. И, конечно, все силы, которые возможны, мы, конечно, к этому приложим, но каких-то гарантий тоже нельзя все-таки давать, потому что отец Николай скончался в довольно-таки сложное время. Это время обновленчества, это время уже послереволюционное, и хотя он мирно скончался, но очень важно для церкви его отношение к тем событиям, которые происходили после 1917 года в России. Поэтому, если мы сможем собрать необходимый материал, то вполне возможно, что отец Николай будет тоже прославлен в лике святых. Отец Николай Балаховский был один из самых выдающихся выпускников Пензенской духовной семинарии, наверное, за всю ее историю. Сейчас семинария снова действует, снова готовит кадры для епархии. И успехи, ну, наверное, очевидны далеко не только церковным людям, более широкая аудитория. Спросить мне, как у ректора, у вас хотелось бы вот что. Не так давно в одном интервью отец Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, который, кстати, на конференции не так давно бывал у нас в семинарии, сказал вот такой интересный, может быть, парадоксальный в чем-то тезис. Когда его спросили, а, собственно, кого должна выпускать семинария, какие требования, говорит, ну, главное, чтобы будущий священник был хороший человек. С одной стороны, вот так вот просто, с другой стороны, наверное, не очень. Скажите, все-таки, вот какие условия должны быть в семинарии, чтобы она выпускала хороших людей? Это прежде всего должны быть, конечно, условия в духовном плане. Человек может быть наполнен различными знаниями, может быть, даже очень успешным. Но ведь те, кто приходит в храм, они прежде всего что ожидают от священника? Благочестие, сострадание, милосердие, подкрепление своей веры. И, конечно, когда-то нужно вполне отвечать на очень умные и глубокие вопросы, но это является лишь только вот некой составляющей. И мы тоже прекрасно понимаем, что идеальных условий в семинарии мы создать для этого не можем, потому что на воспитание человека оказывает много факторов влияния. Прежде всего, его семья, окружающие, сам настрой человека, с которым он пришел в духовную семинарию. Ведь вы понимаете, мы, конечно, стараемся вести какой-то отбор, но каждому в душу нельзя заглянуть, нельзя, так скажем, проверить все на 100%.
Вот. А потом я убежден, что, понимаете, для различных категорий граждан, наверное, и хороший человек – это совершенно разный человек. Да. Нельзя в этом плане применить какие-либо стандарты. Мне хотелось бы сказать словами замечательного пастыря Русской Православной Церкви, митрополита Никодима Ротова, когда к нему владыка Феодосий обратился по поводу того, чтобы будущего нашего архиепископа Серафима Тихонова не переводили в Иерусалим. Он говорил, что он не отличается какими-то такими яркими способностями. На что владыка Никодим сказал, что в букете церкви должно быть много различных цветов, и даже травка для украшения этого букета, она вполне пригодна. И вот, вы знаете, конечно, я как ректор учебного заведения очень желаю, чтобы побольше выходило таких пастырей, как отец Николай Балаховский, которые приехали в сельский, откровенно говоря, захудалый приход, а сделали из него, ну, можно сказать, такую мекку местного значения, да, то есть место паломничества, организовали потом мужской монастырь на приходе. Это же действительно такое исключение. И, конечно, наверное, пастыри должны равняться на этого человека. Но у каждого свой характер, у каждого свои таланты, у каждого свой подход к людям. И кому-то что-то не нравится, а кому-то это вполне приемлемо и приятно. Поэтому вот при всем том, что мы стремимся к этому, мы не стараемся всех загнать в какие-то определенные рамки, которые ограничивают человека. В общем-то, самое главное, чтобы человек сам понимал, какой крест он на себя берет и что ждет, в принципе, от него человек. Я вот студентам очень часто говорю о том, что прежде чем ответить человеку, нужно себя поставить на место этого человека и постараться осознать и понять, что бы он хотел от тебя услышать, что бы он хотел, чтобы ты ему сказал. И тогда ты никогда не скажешь ни грубого слова в 90%, да, потому что иногда где-то, может быть, и грубое слово необходимо для человека, для того, чтобы он остановился. Поэтому процесс этот очень сложный. И, конечно, мы стремимся к тому, чтобы воспитывать новых добрых пастырей Церкви Христовой. Но уже, наверное, судить о том, как это получается, будут грядущие поколения, которые будут давать оценку тому, что мы совершали. Вся Пенза сейчас судит о том, какие успехи, как получается, что на стройке Спасского собора. Это самое заметное, однозначно, и в прямом, и в переносном смысле слова, церковная стройка в регионе. На самом деле, уже, в принципе, можно говорить о том, что храм построен, идет отделка, благоустройство. Что за 2018 сделано, что осталось на 2019? Я бы сказал, что за 2018 год, в общем-то, в строительстве собора был такой глобальный прорыв. Ни за один год предшествующий строительству собора не было сделано столько, сколько сделано за прошедший год. Вы знаете, наверное, правильнее сказать даже не то, что продолжается отделка собора, она фактически закончена. То есть вот январь месяц – это уже окончание покраски и, собственно говоря, разбор лесов. Я думаю, что в феврале-марте месяце каждый желающий может прийти уже посмотреть на тот собор, который будет отделан и выглядеть достойно. Прекрасно сделана площадь перед собором. Подведены все необходимые коммуникации, и свет, и вода, и тепло. Тепло уже, правда, мы отапливаемся второй год. Но сделан еще искусственный приток и холодного, и горячего воздуха. Это тоже довольно-таки дорогостоящие, серьезные системы. Заказан иконостас, частично он оплачен. Мы начинаем уже думать об том, как будет благоустроен собор внутри, потому что там все-таки будет две святыни, как я сказал, мощь святителя Иннокентия и Казанская икона Божией Матери. Вот уже готов киот новый под Казанскую икону Божией Матери. Поэтому потихоньку, так скажем, действительно все движется к завершению. Самым главным, наверное, что предстоит в наступившем году, это окончание благоустройства и закончить пол в соборе. Конечно, в соборе еще требуется благоустройство нижнего этажа.
где будет духовно-просветительский центр. Но это уже не так будет важно, как окончание всех строительных работ. Поэтому я надеюсь, что 2019 год, наступивший, станет для нас окончанием строительства Спасского кафедрального собора. Так и приближаясь к завершению, завершая наши беседы, завершая череду памятных дат или юбилеев, несколько дней назад ведь исполнилось 5 лет со дня вашего избрания на Пензенскую кафедру. Первая круглая дата, можно сказать, небольшой юбилей. Для вас что было самым важным, может быть, самым трудным за эти годы? Ну и какие планы на следующую 5-летку? Да, как-то эти 5 лет очень быстро пролетели, совершенно незаметно, как будто бы не приступал к своим обязанностям. Но, наверное, откровенно скажу, самое главное и сложное – это было все-таки строительство собора. Почему? Потому что, когда я 5 лет назад там, сюда пришел, в общем-то, не все так радужно выглядело, как выглядит сейчас, через 5 лет. И мое сердце, душу, это, конечно, очень теребило, тревожило, скажу честно и откровенно. Хотя, в общем-то и в целом, все эти стройки – это не главное для пастыря. Главное все-таки осуществление своих пасторских обязанностей. И я в этом отношении не могу дать себе какой-то объективной оценки. Насколько возможны были силы, я старался, трудился, совершал богослужения, принимал участие в организации каких-то торжеств и праздников, вот, организации будних дней нашей епархии, становление нашей духовной школы. Честно сказать, планов, как говорят, громадье. Неизвестно, достаточно ли будет жизни все эти планы реализовать и достойно завершить. Но я думаю, что, опять же, это не самое главное. Главное, что нужно трудиться и преодолевать тот путь, который перед тобой стоит, ничего не боясь. Вот это, наверное, самая главная задача, которую я перед собой ставлю. И вот этот год, он год юбилейный для нашей епархии, потому что 220 лет со дня ее образования, и уже как-то почти незаметно пролетели те 20 лет, когда мы отметили славный юбилей ее 200-летия. Но время быстро и неумолимо течет. И я надеюсь, что это время мы будем использовать со всеми возможностями и силами, которые Господь нам дает, для того, чтобы проповедовать Слово Божие, и для того, чтобы делать добрые дела для всех тех, кто этого от нас ожидает. Спасибо большое за беседу, Владыка. Еще раз вас с Рождеством Христовым. Благодарю. Дорогие друзья, позвольте поздравить всех вас с великим и мироспасительным праздником Рождеством Господа нашего Иисуса Христа. Рождество Христово, которое ежегодно приходит в наш дом, дарит нам радость, свет, умиротворение. Мне хотелось бы пожелать всем вам, чтобы родившийся Господь даровал всем нам мир, покой, семейное благополучие и радость. Чтобы мы все с вами, живя в мире, старались приносить друг другу добро, любовь и имели уверенность в этой жизни. Пусть Господь благословит всех нас миром. С праздником, дорогие пензенцы! Всех вас, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляем с великим, всерадостным, мироспасительным праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вся полнота Церкви Христовой величественно и радостно встречает родившегося Богомладенца Иисуса Христа. Святая Церковь нас призывает: Христос рождается, славите! Христос с небес срящите! Этими словами церковных песнопений мы радостно встречаем грядущего в мир Христа Спасителя. Господь родился в далеком Вифлееме, который переводится с израильского как «город хлеба». Родился в убогой пещере, и ангелы с неба возвестили эту великую весть славными словами: «Слава Вышнему Богу, и на земле мир, в человеце благоволение».
Эту дивную песню услышали на поле пастушки, которые стерегли своих овец. Об этой вести узнали древние мудрецы, которые жили в далеких странах, и также с появлением звезды узнали о рождении Христа Спасителя и решили прийти и поклониться Христу. Подобно древним мудрецам и этим бедным пастушкам, и мы, православные люди, в день праздника Рождества Христова собираемся в храмах Божиих для того, чтобы прославить родившегося Бога-младенца Христа. В этот день мы поздравляем с праздником друг друга. Конечно же, желаем самые наилучшие и добрые пожелания. Поэтому в сегодняшний день всех вас поздравляю с Рождеством Христовым. Молитвенно желаю вам крепкого здоровья, вечного спасения, чтобы Господь своей великой милостью укреплял каждого из нас, чтобы в домах наших, в сердцах пребывал мир, любовь, радость, чтобы мы с вами, встречая друг друга, также с этим великим праздником поздравляли друг друга и прославляли Бога. Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. С каждым разом, с каждым днем все дальше мы отстоим от того события, которое коренным образом изменило ход человеческой истории. Бог явился в наш мир, и это явление, конечно же, имеет непосредственное отношение к нашей жизни, потому что и сегодня мы также живо воспринимаем божественное пришествие, как и тогда те первые свидетели, которые оказались у яслей Христовых. Изменилась не только история человечества, и сегодня преображается каждая душа, которая так или иначе, но встречает в своей жизни Господа. Мы благодарим Господа за то, что Он дал нам свет и радость богообщения, за то, что Он пришел в этот мир разрушить грех и все, что связано со злом, за то, что Он даровал нам смыслы, которые возвышают нас к небу, за то, что наши сердца теперь могут быть наполнены настоящей, полноценной любовью друг к другу. Милосердие и любовь Божия – вот тот гимн проповеди Христовой, с которым Он пришел на землю. И эту проповедь, этот гимн любви мы слышим в каждой семье, которая принимает рождественское поздравление и принимает мысли о том, что Христос, воплотившись, принес на землю мир и спасение, тишину и радость. Изменилось все. Как замечательно звучат слова ангела, который обращается к пастухам. Он говорит, что «я вам объявляю радость, с которой Христос пришел в этот мир». И эта радость может стать нашим счастьем, нашим достоянием, если мы открываем двери нашего сердца Господу. Я желаю всем вам, чтобы и этот год благости Божией, в котором мы продолжаем совершать наше спасительное служение, он был наполнен добротой и любовью к ближним, делами милосердия, то есть спасительной радостью и красотой жизни, которую принес Господь на нашу землю. Только ответной любовью мы можем вполне возблагодарить Господа за Его красоту и радость, которую Он даровал нам. Я желаю всем вам помощи Божией и милосердие Божие, и благодати Христовой в вашей жизни, в ваших семьях, везде, где будет проповедано Слово Божие и где будет услышано о том, что Бог посетил свой народ, Бог пришел в этот мир ради нас и ради нашего спасения.